воскресные улочки Палермо. Слушай, ну центр Палермо, конечно. Величайший. Полнейшая залупа. Я вообще в принципе Палермо. Одна помойка. Пиздец, блядь. Хорошо, что в Неаполь не поехали, там будет так же. Ну, не, ну есть чистая Европа, что? Просто она не здесь. Север Италии чистый, что? А что, куда ходить далеко? Представляешь, вчера играю на детской площадке, смотрю, девчонка, мне Дарина говорит, почему как девочка взяла и бросила стаканчик пластиковый на песок? Тут же вторая стоит, там с вилками, с пластиком. Поверните там, направо. Тут же бросила. Я говорю, стой. Я говорю, возьми, то есть она меня не по-русски, не по-английски не поняла, но мои интонации она поняла, схватила и убежала. Подняла это все и убежала. Давай-ка вот здесь свернем на центральную улицу. Пиздец, блядь. Вообще какой-то хаос. А, вот это то, что итальянцы выкидывают вещи, а эти их собирают. Туристы здесь не ходят. Поверните налево. Как? Вот так и живут. Теоретически мы здесь можем пройти. Так я не уверен. Пойдем, пойдем сюда. Ну а где людно, ты видишь? Да, там волшебный Палермо, конечно. Просто волшебный. О, там что-то какое-то. Чё? Так, стопы. На самом деле, пофигу, пошли прямо. Вперед. Ой, Дарина, извини. Дарина, вперед, проходи. Так, пошли, Маша, он туда, он. Я думаю, наверное. Охренеть. Для того, чтобы что-то хотеть, надо двигаться, а не стоять и молча хотеть.
Направо сейчас. И налево. Видишь, домики стали получше. Интересно. Ну и все, и к парку вышли практически. Да, заснял. Семь минут прохода по рынку. Ну, а дальше уже почти туристические места начинаются. Это пускай потом говорят, что у нас хреновые политики. Пускай потом у нас говорят, что у нас хреновые политики. Пускай съездит сюда, посмотрит, что здесь за политики, как здесь живут. Тупые либерасты, блядь.